делает дядя Сева. Дядя Сева, привет. О, поймал. Поймал. А ты тут чем занят? Я так понял, ночью у тебя было без поклевок, да? Да чем занят? Я решил стартануть 24-ми своими любимыми. Вот, но так как мы приехали всего на пару дней, времени особо нету для раскачки, поэтому я решил ее раскачать. Ну сутки, да, у тебя простояло? И... Ну не сутки, но вот 12 часов. 12 часов. За 12 часов у меня ни одного подхода не было, ни одного пика не было, то есть реакции на крупную насадку не было. Но опять же, это не показатель, потому что рыба может заходить с правой стороны, выходить оттуда с лагуны, вот, и ее на том месте встречает Руслан, потом встречаешь ее ты. То есть я, получается, стою с левой стороны. Ну да. Вот, то есть надо смотреть ход рыбы. Пока что я хода рыбы с левой стороны не увидел. Хотя ночью были хорошие у тебя выходы, там выходы. Да, выходы были, опять же. Значит, что, мы попробуем ее активизировать. Сейчас ее поставим меньшую насадку, световой день. Солнышко отсвечивает. Сладкое, что ты будешь делать, Оксана? Не, я сейчас поставлю, комбинирую. Я поставил сейчас криль. Вот, криль я поставил с ананасиком. Ага. Вот. Люблю я эту комбинацию. Вот. Ананасик наш, криль наш, все наш. Конечно, такими крючками я не пользуюсь размерами. Огромный крючок, да. Огромные, это, наверное, крючки. Четверка. Это двойка, скорее двойка всего. Двойка даже, да. Вот. Ну, опять же, крючок мощный, хороший. Те рыбы, которые я здесь видел, они питаются, много ракушек здесь, поэтому у них губы такие губы огромные, да. Серьезные. То есть поэтому такие крючки применять здесь, в принципе, это логично. Вот. То есть на одна удочка у меня будет эта ситуация. Вторую удочку я пока что не буду оглашать, потому что это новинка на следующий год. Я ее протестировал у себя в Европе. Работает она всюду очень хорошо. Вот, во всяком случае, я на нее... Ну, тоже подвешиваешь, да, донный, да, не я цепляешь. Ее подвешиваю, чтобы она хотя бы его чуть-чуть нейтрализировала, чтобы он играл. То есть, ага. Потому что вот, дно, я так понимаю, здесь не чистое, не песчаное. Здесь очень много палочек всевозможных, очень много, ну, всяких... Да, да, есть такой. Коряшки. Мы же в корях, кстати, да, ловим. Коряжек. Всем расскажу, что... Вот, поэтому вот так. У нас сразу, если пик... И ты убегаешь, берешь удилище и бежишь назад метров 20, просто вытягиваешь его, да, из коряк, просто, фрикционы зажаты. Просто убегаешь. Вот. А третью удочку я опять ставлю, гнилой краб наш. Вот. Хитиловский. Хитиловский. Просто вот. Донный, да, без ничего? Нет, донный я сейчас попробую, вот, попробую десяточку к нему поставить, потому что этот криль. Криль, крилячку. Да, криль, он меня много где выручал сейчас. То есть поэтому я его попробую здесь. Но опять же, я его не ставлю, десятка ему ничего не сделает, вот этот маленький поклевчик. Ага. То есть он просто ему придаст такую определенную пикантность в этом вопросе. Вот. Гнилой краб с крилем. То есть это чисто просто как бы видоизменить саму насадку. Ага. Вот, поэтому я его... ставлю чисто в таком плане, чтобы просто показать, что насадка может быть разной. Вот. Поэтому как-то выделить ее надо, да, со дна? Да. Потому что мы бойлами кормим, и надо как-то ее выделить. Вот. Он... Потому что многие ловят просто на эту десятку в виде попапчика, ловят его на стик, но это совсем другая рыбалка, это не моя рыбалка, я такой, как бы, они часто перезабрасывают, вот, я все-таки по старым моментам ловлю, то есть, получается, она вот так он стоит, просто видоизменена, вот, то есть, это как получается, он как донный, вот, но... Гнилой краб, комбинация с крилем, имеет такой специфический запах. Бустер какой-то, будешь использовать, вот. Что-то такое? Потом, обязательно, так как присутствие ила чуть-чуть здесь есть, то есть как бы я его в любом случае активирую турбодипом, вот, буквально макну. Угу. Вот, и поэтому пока что на световой день поставлю вот так. А на ночь... Все равно две палочки я поставлю на 24-е. Ага.
То есть как бы монтажи будут по-простому. Примерно вот такие. Примерно вот так. Ага. Понял все. Вот. Понял. А вот эту я сейчас обтяну еще пастой. Вот поставлю, чтобы она пылила чуть-чуть. Угу. Вот. Ну и посмотрим, как будет ситуация дальше. Пока что пожелайте нам удачи в бою. Все будет нормально.